Мужчина не женится, почему? Есть несколько причин. Первая причина – не может тянуть груз. Потому что он чувствует, что женщина его будет мучить. Ему означает семья, деньги надо зарабатывать. Ему стыдно, что он не может жить состоятельно с женой, вот жить и не обеспечивать. Ему стыдно, он чувствует, что как я не могу. Как бы, не хватает сил, веры в себя, уверенности, что я могу потянуть это все. Я вот жену живу сам. Но мне на жизнь хватает, мне хорошо, мужчине же много не надо одному, там чуть и живет, и все. А с женой, ей же надо на нее зарабатывать, и как я, как бы, и он не верит, не хватает сил. Вторая причина, следующая причина, это желание наслаждаться жизнью. Мужчина хочет много красивых девушек, а не одну. Надо гулять, гулять. Так я вам сказал уже первую причину. Третье. Есть и третье. Это просто первый умный был детина, средний был и так, и сяк, а третий вовсе был дурак. Ну, не повезло просто человеку. Кто-то такого выйдет. Говорит, боксера встретил журналист, говорит, вы вот победили чемпионат мира, говорит, вы вот в подъезде вас встретят, говорит, три человека, вы с первым что будете делать? Первого, говорит, я правой, а второго? Второго левой, а третьего? А третий у меня день рождения. Память, она же меняется боксером.